В школах школярам врут нагло. Ну, когда я учился, строил по стрункам этих учителок. Они боялись меня. Да мне приятно, что я так жил. А вот малолетка вот этот, черт, свое проплевывает. В школах врут, в вузах врут. И он еще, падла, врет. Энергия в природе никогда не распространяется прямолинейно. Так и здесь. Она идет по спирали вдоль оси планеты. По спирали твоей в башке. Она тускло индуктивности с искровым разрядом возле центра. Образовывается так называемая стоящая волна, частота которой будет зависеть от диаметра Земли между полюсами. Если по прямой, то это 12 714 километров. Это длина волны. Значит, а вдоль оси Земли идет поток энергии, который подпитывается реактором из центра планеты. У тебя в башке, придурок, реактор. Вот я ему написал, этому негодяю. Дядя, опять врешь. Пророк сам бой, сальный вечный бой. Дядя, опять врешь. В школах школярам врут. В вузах и ты врешь. Мы живем на плоской земле, под куполом. Под нами тоже живут существа, а не твои катушки и реакторы. Туфту вешай на уши своим сверстникам, дядя. Земля там, там, там. Даже на иконах такое есть. Я видал уровни. Семь кругов. А, да, даже поболее там. Поэт никогда не врал, Данте. А эта тварь, малолетка, решил свое проплюнуть.